Извините. Типа, я реально не ушла? Слава! Ты что, вообще дурачок, что? Делаем раз. Два. Блять. Можно заказать интимные услуги? Да успокой! Блять! Блять, Даша! Здравствуйте, я из компании Oriflame. До свидания. У вас есть что-нибудь? А, у меня же аптечка есть. Громко. Нам нужно что-то зарашить, ребят. Давайте посидим. Бля. Да, кстати, у Лихи было ДР. Хера. Я его поздравила. Малый повзрослел. Ай, блядь! Наступил. Подожди. Видите вот этот... Блядь, она все проливает, Даша! Алло! Да, который раз уже это пиздец. Третий раз. Эй, йоу, молодой киберспортсмен, играешь в CSGO, на инвентаре у тебя один ширпотреб. Здесь не переключаются. $1800 это стоит сам сервер, чтобы спокойно подключаться. Соленая, сладкая, очень. Что? Сейчас. Горячая, сладкая кукуруза. What's the cost of it? 100 money. Как сказать? Я тебе дала. One. Молча вообще. 100. 100. Да. Yes. Okay. And 4-1. 4-1, please. I'm Russian. А, окей, ладно. Да, спасибо. А, ты знаешь? Да, да. Я не буду все карты раскрывать пока что, но тем не менее. Послушайте. Чуть-чуть, чутка. Уже всем надоел. Ребят, кому надоел Вова, можете отправить единицу в чат. Кому он еще не надоел и кому его старость еще не увлекает, говорят, знаешь, как мужчина с возрастом становится красивее. Вот, твои стримы с возрастом становятся красивее, но на самом деле ты просто хуйло. Как хочешь проверить, Гера? Блядь, несколько. А ты знаешь иногда? Бля, я ему репорт кинул. Аааа, не надо его! Пожаловаться на Жожа ХФ. Давай. Бля, ищи тебя в прошмодовках, блядь. Пока, нахуй. Битлер. Я, блядь. Что? Охуеть. Чего, блядь? Ты вот... Тебя не стоит. Дура, гитаре могу! Я на гитаре могу исполнить!
Да ладно, да ладно, да всем похуй, съебал. Вась Марковский. Ля, какой красавчик. Не надо, не осуждаю, не надо. Блин, перестань. Смотри. О, нихуя педали у них пиздаты. Я на попу смотрю. И все, и шейка. Не получается! На носочку, ой, блядь. Ой, блядь. Дайте банан Тару, пожалуйста, пермач нахуй. Пожизненный, блядь. Спасибо, Альфинский. Хули ты меня свяжи, блядь, нахуя? Сейчас я въебу 0,5 жигулёв. Мало? Да. Бля, они такие угарные, оба они, знаешь, на ржут и заливаться начинают. Бля, я теперь понимаю, в кого он так угорает. Или все в ебу 0,5 жигулёв, бля. Здорово, бедняга, бля, пиздец. Давай играть. Как будто... Убирай эту всю хуйню. Как будто тарак перелетел. Ребята, а зашёл Блазер... Нормально, Блазер, ты это нормально, да. Порядке. Я заволновалась, просто у него Егор Крид написано. Да-да. Он с румянами каким-то. А он говорит? Нет, вообще разговаривает. Ой. Все. Что? Влад, иди, размучил. Что ты там? Девушку просто видел первый раз! Влад! Упражнялся, парень, понимаете? Что ты говоришь, бля? Влад, ты девушку видел наконец? Или что, что ты смеешься? Что, что радуется-то? Боже мой! А покажи нам. Еблан, да он еблан, блядь, он еблан. Что его, бля, ебать сильно ударило, конечно. Ебать, с него снег заразительный. Собака залазит, получается, сюда. Сейчас будем смотреть. Давай. А я смотрела в этот момент. В этот момент. Давай, давай, толста жопу, блядь, давай. Он маленький, он не понимает. Ну давай, пончик, блядь, залазь нахуй. Давай, давай, залазь. Давай, давай. Давай, пончик, залазь. Давай, пончик. Давай, 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 братка. Ногу, ногу поднимай, брат. Да ебаный шашлык, блядь. Да, да залазь, блядь. Гри, блядь. Давай. Сильвестр Сталлоне, блядь, в лучшие годы, нахуй. Сука, падла ебаный. Залез. Ебаный. Ну там так тесно, наверное. Да ебаный. Дебил, блядь. На, нахуй. Да не просто идите, тебе додушить понравилось. Я что? Откуда я? Ну, это. Я не хочу сейчас мириться. Откуда? Марк, ты сейчас будешь с ними в КС? Да, блядь, сейчас я закрываю видос. Марк садится, одевает свои кибернаушники и просто включается в игру нахуй. Просто в КС. А я пошла нахуй. Ну, действительно, блядь? Да, конечно, конечно. Кибернаушники, конечно, блядь. Гоу, ебать, гоу. Ебался, блядь. Акула! Ты чё, долбоёб? Какая, блядь, акула на блесну, блядь. Вот так вот я играю в контру. У меня вот на клава лежит. И вот это место у меня чисто целится. То есть я вот чисто целюсь. Вот. Ну вы странные. Я не странный. Ты её как я в контру дубашу. Ты давай это самое. Не надо, не надо, пожалуйста. Я не странный. Можешь так? Который час? А, я тут хочу больше ковер. А, время убивать. Какого хуя? Пацаны, что я делаю? Я, бля, делаю 2, 5 и типа отжимаюсь, пока не дропнется. Плюс ножик. Раз, да? Два, ебать. Я прикинь. Понял. Рот ебал, блядь, зря отжимался, нахуй, а доджа, блядь, ебуча. Пизда, блядь, чуть сердце, нахуй, не выпрыгнуло, она мне, блядь, пустынную атаку, блядь. Бедный. Все, давай. Смотри дальше, это у нас нет, так угорал. У него ла мафии, он
не помнишь, ты задавай вопрос, не помнишь. Что за отмазки? Даже от страха может нассать на лицо. Аккуратно! Аккуратно! Аккуратно, он может прыгнуть, аккуратно. Не-не-не-не-не, что это за хип-краб? Йоу-йоу! Some foreigner. Oh, excuse me. I just got to say hello to these people. You said hey. А ты кто по национальности? We are tourists right now. We Do you speak English? We arrived from Poland. Do you speak English? Exactly. Сергей, нихуя себе ключа. А я тоже. Что хочешь? I need to say hello to these people. Ой, еще не дед даму гипхан. What? Ладно, хорошо, настроение вам, пацаны. А, ёпта, нихуя себе, ты чё? Да, опять, красавчик, подъёмы такие. Бля. Бля, пятиня зачётная была. Да, опять, красавчик, подъёмы. Видно, у меня какой-то ебаный недотрах, нахуй. Пиздец, блядь, у меня прёт энергия. Меня прокинуло уже три пацана, блядь. Егор Крид меня прокинул, Витя меня прокинул. Не понял. Мне ничего не писали. Мне ничего не писали. Я бы Ариночку никогда бы не опрокинул. Она мне ничего не писала. Никуда. Ни в Дискорд, ни в ВК. Ни на стриме. Не понял. Значит, другой Витя какой-то. Блять, собрали. Повторяйся. Как дела? Верно, зад. Ты что вы там? Собрали. Просто как дела? Верно, зад. А он там уже... Слышь, а он пошел и на голову там уже, поэтому я остановился. Он, смотри. Смотри, это пошел на верхний... По верхним этажам, смотри. Пошел по верхним этажам, пошел тупо разъебывать. Ты поверните 2007-й тупо. Я согласен. Какой наблюдательный пункт? Эй, диджей. Или вроде того. Пиздец, компания собралась. Да, плакаты дурацкие. Надо их снять и картины повесить. Слышь, пап, не суй нос в мои дела. Но пивка принёс. Пивка принёс. Это заглотыш. Лядам Чарльз. Дженни Беннет. Уже пивка принёс. Это я застрого на фрихате. В школу трудно попасть. Да. Когда они собачку обнимаются. Давай разрубим. Почему беззубые быстро пьянеют? Почему? Почему? Потому что не закусывают. Привык к такому. Знаешь, что как девочки говорят? Если открыть рот, посмотреть наверх, то появится айфон. Это сработало, чат? Это сработало, вы видели? Это сработало! Вот айфон, пожалуйста. Блять. Давай на мапке, смотри, на мапке. Давай. Ебать там у Костыча пузяка. На мапке. Только ты... Пузико такое, мини-пузико. Что он, блядь, делает? Что это собака? Шо? Блядь, заебал эту собаку гасить, блядь, уже. Отпусти ее. Чё? 18+. Это какой? Там сексуальный. Все вопросы с этим связаны. Я стрихся, я не знаю. 400 гривен дал, блядь. Селе за 40 стрихся, нахуя я стрихся? У меня так наебашили лысо. Я все лысый нахуй, нахуя? Что делать, блядь? Так, я еще могу тыкнуть? Да, еще тыкнуть. Да, и следующий финал. Да, финал когда будет.
Вот как только ты нажмешь на последнюю фотку в финале, все, можешь вырубать экран. Нужно вырубать. Вот, чё, смотри, блядь? Алина. Чё за хуйня? Нормально, садись. Да сядь, нормально, ебать. Чел, я думаю, я сейчас все буду внизу, блядь. Ну все, теперь я тут. О! Да. Знаю, что ты любишь. Этот, мне кажется, даже вкуснее будет, чем в прошлый раз. Бля. Селенок-то не хватает. Так неловко у них, что типа первые только отношения начинаются, и такие моменты всегда стеснительные. Значит, слушать, мне не нравится. Всегда, всегда. Типа ты стесняешься, типа знаете чат? Сейчас, секунду. Типа ты стесняешься сходить пописать, включаешь воду, покакать. Я даже иногда стеснялась, типа, кушать, там, когда с молодым человеком только начинаешь встречаться. Там не пукаешь, не рыгаешь. Ну, короче, все такое стесняшки, все такое милое, а потом... Ну, ладно. Там зашел. Сука. Бабушка, еще бабушка. Лас на пункте. Что? Дефай. Умоляю, алло. Вы че рубили? Зачем вы это поставили? Пиздец какой-то. Бля, ёбаный. Бля, чё с КС происходит? Чё за хуйня? Ну вот нахуй ты пришел, термалыха будет прыгать, тут, блядь, пиздец будет происходить, и я в тильте буду сидеть, ебать. Пришел кофейку моего, ёбну, слышишь? Я бедолага, блядь. Так. Алле, нахуй. Ну чё ты, блядь, штепсель, давай, ёб. Альтабы сиси. Пойду отлучусь в дамскую комнату. Меня зовут Даша, а тебя как зовут? Сколько тебе лет? Чё занимаешься по жизни? Бля, Рома такой маленький по телосложению, по оказывается, тебя пиздец. Тебя и по ночи. Что? Прям понял. Реально. Веса чуть-чуть не хватает. Еп. Еп. Не знаю, какашки все жрали в детстве, это точно. По-любому. По-любому. Вот говно дети свое жрали почти все, мне кажется. По-любе просто. Просто по-любе. По-любе, почти все. Фу, блядь. Фу, мерзость нахуй. По... Там на секунду тебя оставляют, а ты себя подгузник снял, говно по... Блядь. Иди нахуй. Да, это я... Блядь, вот, окей. Можете называть как хотите, но если вы... Блять, я никого не хочу оскорбить, но по факту же, говноедыч, не? Ну бля, ну типа он сам признался в этом, я не хавал свое говно, но это пиздец, ребята. Время секса или во время какого-то там подхода к сексу своей девушке скажете, хочешь я тебе полежу твой пыптик, вот я сразу вам гарантирую, это минус девушка, минус секс. И, возможно, минус ебало. Вот. Ну, как бы я вас предупредила. Спасибо. Да. Боже, блядь. Ясно. Эвилон меня не так часто зовет к себе на стриму, поэтому, бля. Пока что Вова. Смотрите, список локаций. Охуенный трек. Я сейчас покажу. Опа, смотри. Вау, мы плывем на вершины, блядь, Ниагарского водопада. Приплыл, блядь. Ладно, я тебе отдам. Если действительно хочешь, уходи. В смысле? В смысле, блядь, алло? Да ты охуел! Ха-ха-ха!
Ай, я себе больно даже сделала, пока старалась, пыталась. Боже мой, Слава! Ну что ты творишь-то? А зачем? А зачем Димочке камера на уровне руки? Глеб! Глеб, блядь! Глеб! Глеб!